Всем привет, господа! Всех приветствую на моем канале Best Таксист. Мое имя Андрей, оно не изменилось с последнего ролика. В общем, что у нас сегодня? Сегодня у нас понедельник, 20 апреля. На улице очень-очень тепло, 7 градусов. Странно как-то, мне кажется, что не будет скоро ни осени, ни лета, ни зимы, будет все время в районе 10 градусов, знаете. В общем, что у нас, на линию мы вышли в 12:30, долго меняли мы машину, так как машину теперь меняем мы теперь в парке со сменщиком, вот там, то есть идет приемка полностью, мойка там, сушка, в общем, все эти вот моменты, там, выписка путевых листов, осмотр механика и тому подобное. В общем, короче, включены у меня агрегаторы Яндекс, Болт, Get, Ситимобил, InDriver, даже InDriver, который в последнее время прямо дает хорошие заказы, ну, с учетом, опять же, я объяснял, да, комиссия и тому подобное. В общем, ждем мы заказиков, мы сейчас находимся на проспекте Большевиков и перекресток с Народной улицей. Народ жестко беспределит, короче, ездят все как попало, блин. Вот, тут гоняют все, вот на Мазде чувак полетел на шестерке, блин, с открытым окном. Ну, в общем, что, ждем заказиков, будем смотреть, что у нас получится сегодня, понедельник. Да, напарник мой, Кирюха, тебе привет. Говорит, что вчера было хорошо, ну, заказы были, и утром сегодня были заказы. Ну, я пока что-то, блин, ни хрена не вижу. Но у меня, как обычно, короче, все начинается с жесткого негатива. Вот, и, ну, как-то странно. Но я поэтому перемещаюсь к метро Дыбенко, чтобы словить что-то оттуда. Товарищеский, там, проспект рядом, там у нас, что там идет, у нас Антон Овсиенко, Подвойского, Кудрова, короче. То есть раньше я терпеть не мог, а теперь, как бы, это... Как бы некая палочка-выручалочка в этом районе, где массовое скопление людей, откуда люди ездят. Вот так вот. В общем, все. Смотрим ролик. Спасибо всем за те, кто подписан. Подпишитесь, пожалуйста, те, кто не подписан. И приятного просмотра. Едем. И да, я забыл. Работаем по тарифу Комфорт, Комфорт Плюс. Доставку с курьером я нахрен отключил. Только в этом бизнесе хочу сейчас вот в Гете как раз спросить. Звоню в Гет в техподдержку, чтобы узнать, что у меня там подключено. Машину меняли, парк меняли. Тишина. А какие тарифы у меня подключены? Доставку у вас подключена. А Комфорт Плюс? Канал Плюс и Комфорт Плюс подключены. А Комфорт Плюс у меня подключен? Ага, все, понял тогда, спасибо. Хотел просто уточнить, парк меняли, машину меняли, поэтому вот мало ли, думаю, какие-то могут моменты быть. Вот. Да не, все нормально, спасибо. Да, до свидания. Пожалуйста, оцените работу специалиста службы поддержки. Как будто спала она. Пятерочка. Поставил ей пятерочку. Короче, прилетел мне, ребят, заказик по Яндексу, по Комфорту с Кудрова. Как я и говорил, Кудрова сейчас спасает. Ехать будем на Малую Десятинскую улицу, Десятинную. Долгая поездка, написала. Ну и хорошо, заказик будет в районе там... Ух ты, 33 километра, 35 минут. Ну, короче, заказик в районе рублей 800, наверное, что-то такое. Все, едем. Коронавирус. Дезинфекция.
салфеточки. В общем, все у нас есть, как у нормальных таксистов Санкт-Петербурга. Мега долгий светофор в Кудрово, это вообще жесть какая-то. А было чуть не сдался, хотел эконом включить. Но решил все-таки, короче, подождать и ну, вот что значит правильная локация. Правильный перекресток, правильно поставить тачку. Бля, опять умничать начал. Ну, для новичков это умничество на самом деле очень полезно. Я помню, когда я только пошел работать в такси, именно, ну, водителем, не... Вообще, я пришел, придя на работу в такси, я уже знал, что это такое на самом деле. Вот. Но мне было очень важно, я эту как раз информацию блогеров черпал. Поэтому, когда говорят, а зачем это все надо, я говорю, поверьте, это, ну, по факту обучающий контент, который для... А сегодня это вообще будет очень сильно востребовано. Таксистов будет все больше и больше, с учетом экономической ситуации. Я уже это говорил много раз, ну и еще раз повторю. Ладно, едем. Здравствуйте, здравствуйте. Так, у вас мало, здравствуйте. Да, мало. Мало, 10-11, подъезд 1, да? Так. Так, поедем, ехать будем 36 минут. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 36 минут. Сейчас надо долетим к Тремглав. Да. По кольцу, наверное, сейчас покажут, наверное, ехать. Ну да, да. Да не, а что? Кольцо на самом деле это экономия топлива. Бывает на 10 километров дольше едешь. Такой пробор действительно. Да, очень прикрытый, значит. Не-не-не, там направо, наверное, да. Нет, там можно поехать. Вот там, вот так, да, наверное? Ну, все равно. Не-не-не, на кольцо, наверное. Точно перекрыто. А, да, смотрите, как все. Бабки зарывает бюджетные, да, наверное, туда, да, по-любому. Да. Навальный 2018. Я угорал тогда, помню, вообще жестко на этой теме, блядь. Это просто все тогда, короче, какую-нибудь тему начинаешь про коррупцию, говорю, все, Навальный 2018. Такой лозунг был, блядь. 2018, главное. Так, сидим, мы ждем заказ. Сейчас поедем и на газовый ТО. Мне сейчас отзвонились. Так, что у нас тут пишут в новостях? Курьером. Как, ребята, курьерчиком поколбаситься? Не охота ли? Вот смотрите, какая хорошая новость. Апрельский статус будет действовать в мае. Андрей, мы знаем, что получить привычный статус в программе привилегий стало сложнее, поэтому ваш текущий статус в программе привилегий будет продлен. Главное поддержать рейтинг. Блин, это очень хорошо на самом деле, потому что заказов в Яндексе в этот раз в этом месяце меньше. Посмотрим, что у нас по баллам. 5700. В том месяце у меня в это время, 20 числа, было уже около 12 тысяч баллов. В этом месяце вот такая история. Потому что приходится возить разные агрегаторы, соответственно, Яндекс не накатывается. Вот так вот. В общем, вот такая вот новость. Прилетел мне заказик по тарифу комфорт, опять же, Яндекс. Правда, коротыш там совсем, такой с Коломяжского на парашютку. Но, во всяком случае, не включаю эконом. GetBolt, CityMobile, InDriver, все остальные молчат. Яндекс, короче, вот что-то дает. InDriver, вот, дает, что-то дает.
Ну, в общем, вот такая история. Приходится с места... Заметил, стою, ничего не дает, только, короче, начинаю катиться, дает заказ. Может, мне кажется. Или случайно. Ну, в общем, вот так, ладно, едем. Закрыли мы заказик по комфорту, ехали мы, блин, 3 минуты. Девушка перевела 200 рублей, заказ был 193, что-то такое. Короче, в этот момент, когда она ко мне села, прямо в ее дом, мне прилетал заказ в Пулково. Заказ-царь по комфорту в Гетии. Я пытался этот заказ принять, вроде как принял, а в концовке он куда-то ушел, Кир его знает. Ну, в Гете такая тема есть, когда там крутится это, и, в общем, на концовке не хватило ли интернет-сигнала или чего, короче. Вот. Сейчас вот еду на заказ опять на коротыш какой-то по комфорту в Яндексе, блин. Ну, не знаю, доеду я ли до него или нет, потому что очень странно, что он ведет. Ну, в общем, вот. Наверное, надо на двух телефонах как-то пытаться работать, а у меня второго нету. Потому что вот Get и Яндекс были, они, видно, как-то конфликтуют, как мне это показали. Хотя я, ну, работаю всегда по одному телефону, но вот видите, видно, вот такие заказы пролетают. Ладно, едем на заказ. Девушка была интересная и бежала кросс. 25 километров добежала, но 3-5 не хватило. Заказала такси до дома. Ну, заказ я по тарифу комфорт в Яндексе. И прилетел мне заказ Get. Бизнес-доставка. Поедем мы, сейчас скажу, откуда мы поедем. С Королева на Кубинскую улицу. Не написано чего. За 612 рублей. В общем, вот такая вот хорошая бизнес-доставка. Ну и как раз там неподалеку ГБО, короче. Ну, как раз мне там надо, ну, в общем, все удачно складывается. Единственное, подождать там придется, блин. Ну, уже я в той стороне буду, оттуда рыпаться не стану. Ладно, едем на доставку, посмотрим, что там будет. Все, едем. Пассажирка мне еще чай мне прислала, 60 рублей. Тоже очень приятно. Окей. Алло, Анастасия, здравствуйте, это Get доставка, вот подъезжаю к вам уже. Сейчас спущусь. Вы там ушла к Пауку, ну там есть какова-то. Ага, так, нет, я еду со двора, как бы, как сказать так. Вы сейчас да, не, ну у меня... Да. Вот прям, хорошо, вот здесь я парканусь вот, тогда. Хорошо, все, сейчас я Вы мне прислали первые ребята, которые со мной ехали. Вот этот длинный заказ у меня был. Ну, что приятно. Жду отправителя по бизнес-гет доставке, delivery. Вот, ребят, папочку для черчения за 600 рубчиков просто передать. Вот это вот цена на самом деле очень хорошая, такая примерно как в комфорте. Ну, понятно, не как в Каплюсе, но... Окей, хотя бы как в комфорте. Алло. Алло, здравствуйте, это Get доставка. Здравствуйте. Вот, я к вам буквально через минутку уже подъеду, вот проезжаю ваш дом. Тут вот. К вам как Смотрите, вам сказали третий подъезд от Бассейной улицы. Ага, ну да. Кубинская 20, третий подъезд от Бассейной. Вот я спущусь. Ага, хорошо, все. Можете спускаться, да, я хорошо. Уже... Да, до свидания. До свидания. Подъехал, сижу, жду. Сказали спуститься сами. Вот такую папочку буквально. Сейчас я.
девушка вышла прямо в халате. Ладно, все, поехали мы на ГБО. Здрасте. Переехал я, да, получается? Так, у вас Казанская, 47. Да, пожалуйста. Я так, вот, вы прям правильно, что вы пристегиваетесь. Прям большинство людей не пристегиваются, а за это штрафуют гаишники. Причем и пассажиры, и водители. Некоторые прям до руки не хотят пристегиваться. Здесь, да? Спасибо вам за поездку, хорошего вам дня. Спасибо за поездку. До свидания. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Здравствуйте. Да, 15-17, здравствуйте. Здравствуйте. Поехали. Все, едем, да? Все сели? Да. Пристегнулись, нет? Да, лучше пристегиваться, а то за это штрафуют. Ну, это так, вторым пунктом. Первый, это, конечно, безопасность, а... И пассажиры, кстати, тоже штрафуют. Да? У меня раз девушка ехала, так, на 500 рублей. Выписали протокол, она аж обалдела. Говорит, ого, вы проехалась. Сейчас будем. А сколько ехать? 8 минут. 8 минут. Ну, нам особо-то болтаться нельзя на улице детям. Ну, мотор войдем там. Детям нельзя болтаться. В школу нельзя, на улице тем более не должно. Вам спасибо за поездку, хорошего вам вечера. Все, можете выходить спокойненько, да. На 5 минут. Да. До свидания. Здравствуйте. Добрый день. У вас Тверская 1, да? Поехали. Хорошего вам дня. До свидания. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. А денег? Здрасте. Так, у вас Озерная 3, корпус 2, да? Да. Так, корпоративный заказ. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Поехали. Даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 12 минут. Ехать 12 минут. Радио вам какое поставить? Да, без разницы. Что? Да ладно, все нормально. Может,
назад вернуться. Только денег надо, чтобы дали для начала, а потом и покупки будут делать. Такие вообще юмористы, блин, короче, эти люди, блин. Как сегодня такой мемчик в Ютубе. Не в Ютубе, где я там видал, но я не помню. Короче, не суть, Путин типа говорит. А для тех, кто месяц, не нарушая режима, отсидел на каникулах, еще месяц в подарок. Короче, блин. Ну а что, да, как бы, ну пожалуйста, сидите, отдыхайте. Парикмахерские закрыли, блин, постричься негде сходить, вообще. Я вот стригся 5 лет у одних и тех же людей, и они здесь закрыты. А вы как? Я как раз вот перед этим всем подстриглась. Поэтому... А, ну у вас-то да, а мы-то каждую неделю. Ну, да. Мы-то короткую. Я вот тоже, как смотрите, что это вообще. Шапку ношу, короче, реально. Вот еду там на работу, там или с работы, ну, чтобы это. Я не хочу, где попало стричь. Ну нет, можно, да и негде на самом деле особо. Говорят, подпольно работают парикмахеры. Ты еще попробуй найди этих подпольных. Туда? Ну вот здесь. А, вот здесь? Сейчас, секундочку. Пожалуйста, вам спасибо за поездку. Спасибо. Хорошего вам вечера и всего спасибо доброго. Спасибо за поездку. До свидания. Заказ будет оплачен. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Здравствуйте. Вас Кудрова, да, столичная улица 6, без наличной оплата. Так, ехать мы будем 24 минуты. Радио вам какое поставить? Здесь, да? А, пожалуйста. Хорошего вам тогда вечера и спасибо за поездку. Да, всего доброго. Так, ребят, давайте подведем итоги. У меня получилось за 16 часов работы 5200 рублей. В общем, но это почему? Потому что это понедельник. Завтра будет 100% хуже. Вот, поэтому поставьте, пожалуйста, лайкусик, подпишитесь на канал, напишите что-нибудь в комментах. И до новых встреч на моем канале Best Таксист. Всех люблю и обнимаю.